Определены даты и время бесплатного предвыборного эфира на телевидении и радио между кандидатами на должность президента России. Жеребьевку провели Центр избирком Якутии и Национальная вещательная компания «Саха». В ней участвовали представители 6 партий и 8 кандидатов. Эфирное время распределились путем вытягивания конвертов, где были указаны условия получения эфирного времени. Агитационные мероприятия будут выходить в эфир в 18 часов 25 минут на НВК «Саха», «Якутия-24», телеканале «Мамонт», радиостанции «Тетим» и «Якутском радио». Согласно закону Российской Федерации о выборах президента, значит, очередность жеребьевки определяется датами регистрации кандидатов и политических партий. В целом вот на телеканале НВК «Саха», значит, бесплатно будет предоставлено 510 минут каждому участнику политического процесса.